Мы сегодня будем слушать слово на тему притчи Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, что это интересная, важная, важная часть, когда мы можем размышлять над такими главными основополагающими или, так говорят, фундаментальными истинами христианства. Потому что в притчах Иисус говорил о важнейших э, откровениях Царства Божьего. То есть он через притчи пытался донести, объяснить людям очень серьезные вещи, которые так напрямую сказать э, часто люди не принимали, э, ну, может быть, не совсем с этим соглашались. Когда человеку может быть напрямую, вот говоришь, там Вася, вот, вот так вот поступать неправильно. И человек сразу говорит: «Ну, что ты у меня там на личности переходишь сразу, там ну, можно так. А вот в притчах э, притчи таким образом устроены, что и те божественные истины очень серьезные, и моральные качества человека и принципы, которые он должен был бы исполнять, ему не говорится как бы прямо вот так вот в лоб, а вот таким вот как бы заходят, короче, с разных боков, и человек сам принимает решение. Вот очень хороший пример, когда царь Давид согрешил, когда он убил. Урию, переспал с Версавией, короче, совершил ну, серьезные поступки, и он как бы царь, и он, ну, короче, думал, что все шито-крыто, все он там все так, все так сделал, замутил, как будто все подстроил, все так и должно быть. И пророк, который пришел к царю, он не сказал напрямую, там, царь, что ж ты грешник, царь, ты, ты прелюбодей и, и убийца. Он понимал, что если он царю так прямо скажет, то царь может в гневе своем ему там джик и все, и, и скажет, тут ты такой, что вы еще меня учить будешь, ну, много чему, может царь положение занимает. И вот пророк, он ему, он ему как, Притчи, он ему притчу рассказал. Он говорит: вот у одного человека была овечка, одна единственная. А у другого их очень много было. И вот этот, у которого очень много было, забрал ту единственную, убил ее, съел, и царь такой: Вау, что же это такое за человек, такой негодник? Он говорит: это ж ты. То есть он сам себя осудил, то есть через притчи. Ну как? через притчу, то есть ему показали, какой ты есть на самом деле. Вот такое значение очень серьезно имеют притчи. Когда Иисус говорил притчи... Он понимал, что это глубоко, очень серьезно касается человека, что человек, когда он слышит, говорит, а это же я, это же не, это ж не про бурьяны, это же не про то семя, это же я, это семечко, или это я, это смоковница, которая, это же я, этот виноград, плода не приносящий, это же я, обо мне говорится. Вот такое серьезное отношение к притчам. Поэтому та притча, которую мы сегодня будем разбирать, она особенно важная, потому что она записана в трех Евангелиях. Это притча о сеятеле, который вышел сеять семя. Оно аж в трех Евангелиях Записано, а всякий раз, когда это не один, не второй, а третий раз подчеркивается, повторяется, это говорит об особенности, о важности этого, этого послания, которое Бог хочет передать. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава. Открываем. Открываем и помолимся перед этим. Господь наш и Бог наш, мы просим Тебя сейчас, говори к нам. Пускай Господь, это Слово, которое мы услышим, оно не будет просто услышано нами, пускай это будет принято в наше сердце, пускай это останется в нашем сердце, в добром сердце и принесет добрые плоды в нашей жизни, чтобы это нашу жизнь изменило и изменила жизнь вокруг нас. Во имя Иисуса. Аминь. Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить их при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять». И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место – где немало было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терне, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто» и сказал им, кто имеет уши слышать, да слышат. Когда же остались без народа, окружающие его, вместе с и спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят своими ушами, слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам, уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышав слово, тотчас с радостью принимают его. Но не имеют в себе корня и непостоянны потом когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в терне означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Аминь, Слово Господне. Вот в этой притче есть три очень важные вещи, главные вещи для нашего понимания. Во-первых, кто такой сеятель? Сеятель – это наш Господь Иисус, это наш Бог. Тот, который многократно, как о нем говорится, многократно и многообразно сеет в нас свое слово, который добрый, благой и милосердный, который хочет для нас только блага, который любит нас и желает, чтобы все спаслись, который хочет принести в вашу жизнь исцеление, благословение. Это о нем говорится, это он сеет, это он сеятель. Что он сеет? Он сеет слово. Семя – это слово. Это слово, которое имеет жизнь. Друзья, это очень важно для нашего понимания. То слово, которое проповедуется, то слово, которое сеется в нашу жизнь, оно имеет силу изменить вас. Оно имеет силу преобразить, преобразить, изменить вашу жизнь, исцелить, дать жизнь. Это об этом слове говорится. Живое слово, живое слово. Это именно то слово, которое сказано «И сказал, и сталось». Когда э, сотник пришел и говорит, Господи, ты только слово скажи и исцелиться, слуга мой. Только слово скажи. Это именно об этом слове. То есть это то слово, которое приносит в себе жизнь. Это то именно то слово, когда он сказал: "Да будет трава", и трава появилась. Это именно это слово. Это слово жизни, слово Божье, которое дает жизнь. Это не. А хочу обратить внимание. Это не не просто записано. Это не и это слово Божье. Но есть два. Понимание, есть логос, слово, которое вмещает как бы истину Божию, откровение Божие о том, кто он, что он, что он творит, и непосредственно рема, то есть это непосредственно слово в твою жизнь, это как слово, которое проговаривается, оно приносит жизнь, и сказал, и сталось, вот об этом слове идет речь. То есть то слово, которое приносит откровение, исцеление. И сказал без без выйди, без вышел. Слово, только сказал слово. Вот это об этом слове, то есть слово жизни. Вот об этом слове идет речь. А почва, почва в этих притчах – это человеческое восприятие, это сердце человека. Это то, как мы с вами, человеки, воспринимаем вот это слово. Это слово жизни. И мы можем его по-разному воспринимать. У нас может быть разное совершенно восприятие. И вот об этом восприятии, конечно, мы побольше поговорим. Как вот это живое, Слово преображающее, слово, дающее жизнь, оно может в, нашей, в нашем сердце, в нашей жизни, оно может или действовать, или бездействовать. Что с ним может произойти? И вы знаете, для меня это первый парадокс. Я когда об этом размышлял, это первый нонсенс, первый парадокс. Первая категория почвы. Значит, первая категория – это то, которое упало при дороге то есть семя, которое упало при дороге. Что такое при дороге? Это протоптанная, затоптанная, э, то есть твердая, затвердевшая такая почва. Это у меня такая ассоциация, вот я когда я себе эту картину представлял, как это вот это живое слово, которому все повинуется, как оно не, не может принести плода? Ведь оно, можно сказать, оно чудесное, оно совершенное, оно не имеет границ, оно не имеет ограничений каких-то, и оно может не действовать. Оказывается, может. Вот я себе так представляю, вот вода, да, вот когда было творение, вот это первое, ну как там первое, второе творение, и вот творение, и Бог в воде говорит, он же в воде сказал, да произрастит вода, там рыб, и вот он сказал произрастит, то есть сказал слово, а вода отморозилась, раз, она отморозилась, заморозилась, и все, как, и у меня сразу только говорит, как в, морож... в куске льда, как может рыба появиться из куска льда? То есть она, она там не пошевелится ничего. То есть может быть замороженным и отмороженным. Вот знаете, и, и вот так у меня такая, такая картина: вот действительно, мы можем быть как эти отмороженные и замороженные, когда живое слово, полное благодати, полное истины, проговаривается в твою жизнь, а человек может отморозиться. Он может заморозиться, он может быть с таким огрубевшим, затвердевшим, окаменевшим сердцем, которое это слово не воспринимает. Бог говорит, в твоей жизни все будет хорошо, я могу исцелить, я могу у тебя благословить, я могу преобразовать твою жизнь совершенно. А человек настолько огрубел, настолько ожесточился, что он говорит, нет, это со мной не может произойти, не верю я в это, не может со мной этого быть. Я не верю, что такое может произойти. Настолько может быть она огрубевшим, ожесточившимся. И знаете, о таких людях говорил Иисус. В Евангелии от Марка он сказал, он когда проповедовал, говорил это народу а фарисеи говорит, да, ну такого быть не может. И что Иисус сказал? На фарисеев. И возрев на них, то есть на фарисеев с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. То есть он не посмотрел, говорит, а, а у него как у самого сердца оскоршилось, такое у них было ожесточение, что они не верили что они не верили, что может произойти исцеление, что эти грешники, что они могут измениться, что они смогут. Они говорят, нет, они были настолько ожесточенные. И тогда Иисус, помните еще одно место, когда Он на Иерусалим смотрел, Иерусалим, Иерусалим, я столько раз хотел вас собрать, но вы не поняли, вы не захотели, вы ожесточились. То есть ваше сердце ожесточенное, и поэтому вы меня не приняли, вы меня отвергли. Друзья, мы можем отвергать Слово Божие. Наше сердце может быть настолько закрытым, настолько ожесточенным, настолько затоптанным, настолько окаменевшим, что это слово благое, слово, могущее изменить и желающее изменить твою жизнь, оно может быть без, ну, короче, бесплодно. И прилетели птицы, как символ дьявола, и поклевали, чтобы ты даже не вспомнил о том, что Бог тебе обещал, что Бог хотел тебя благословить. Еще одно место есть в Библии, показывающее, как может быть ожесточенным сердце. Это э, история о царе Иакиме и пророке Иеремии. Но ну, те, которые долго читают Библию, те, наверное, знают, те, которые, может быть, не очень долго, был такой царь Иаким. Это родословие, когда история о том, когда первые цари Израиля. И там написано, что этот царь поклонялся Богу, а этот был неверен Богу. И вот Израиль опять вошел в такую фазу своей жизни, что они перестали Богу поклоняться, опять кучу идолов создали, и Бог от них отвернулся. Он сказал, не буду больше с вами. Короче, из за то, что вы опять начали идолам поклоняться, вы начали поступать против моего слова, я дам вас на, вам на Новоходоносору, на на царю. То есть придет царь, он на вас завоюет, и вот когда вы будете у него находиться в порабощении, вот когда вы взводите ко мне, вот тогда только сможете обратиться. Но знайте, что это я на, на ссору посылаю. То есть это я поднимаю этого царя, который придет, смотрите, как для их понимания было, как это так, мы избранный народ. Мы самые крутые, мы цари, священники на земле, все нам вообще должно принадлежать, и тут это самое. Да никогда, мы, мы Соломон наш, Давид, все наше. Как это кто-то нас придет, это самое. И вот этот царь Иаким слушает, то есть пророк ему написал письмо, то есть ему, ему было слово сказано, что смирись, тебя завоюют, но только через это может прийти исцеление всему народу, спасение тебе, твоему дому. А он знаете, что сделал? Он сидит, ему пророк читает, вот как ну, я я читаю сейчас, вот написано у меня эта проповедь, я читаю, а он читает, отрывает, прочитал, отрывает и в огонь кидает. Ну, 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 что там дальше он говорит? Завоюет в таком. Ага, чик, раз, и в огонь. У него там стояла жаровня, он грелся. И тот ему читает Слово Божье, а он его берет, отрывает. Возьмите, прочитайте эту историю. Она настолько поучительная, и она как раз и рассказывает о том, насколько человек может быть ожесточенным. Бог ему пришел в жизнь, говорит, есть путь, как спасти целую нацию, есть путь, как спасти твое царство, есть путь, как может измениться все. А он настолько ожесточился, он берет это, порвал и в огонь кинул. Говорю, как такое может быть? Друзья, и так мы можем поступать, оказывается. Бог в нашу жизнь проговаривает, ты виноват, ты что-то сделал неправильно. И послушай, ты за это будешь иметь последствия. А человек может говорить: да как, я верующий? Вы что? Я, э, со мной такого, да не будет со мной такого. Ожесточиться, закрыться. Вы знаете, произошло, он, он, это слово-то можно сжечь, но Божье Слово, оно по-любому придет и исполнит то, для чего он послан. И поэтому пришло все, о чем говорилось. Второе письмо было написано, и пришло. Так он и погиб, той царь, и дети его. Все так и произошло, как Бог сказал. Аминь, друзья. Но сердце его было ожесточенным. Вот таким загрубевшим, неверующим, не желающим принимать в гордости своей, что как это со мной такое может произойти. Поэтому первая категория, когда Бог проговаривает в наше сердце, мы можем быть закрыты. И вы знаете, это не только о неверующих сказано. Это для неверующих, а те, которые в Бога не веруют. Нет, друзья, это также и для нас. Это и мы такие можем быть. Мы, будучи верующими людьми, мы можем слышать Божье Слово, обличение, наставление в чем-то. Мы можем закрыться, огрубеть, ожесточиться и не принимать это. Но, друзья, будьте уверены, что Бог все равно исполнит то, что сказал. Аминь. Вторая категория, которая здесь сказана. Иное упало на место каменистое. Вот пояснение в Евангелии от Матфея интересно, там как бы ну, в трех местах написано. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Земля была не глубока. Вторая категория людей и нас, слушающих, это те, которые с радостью принимают. То есть не глубоко и поверхностно. Знаете, такое, такое поверхностное христианство. Оно не углубляется в доктрины Божьи, оно не углубляется в Божью любовь, понимание, что Бог делает в этом мире. Это, это поверхностно, это только вот ну, так вот ну, немножко вот мне, вот мне чуть-чуть вот этого надо, вот чтобы Бог мои проблемки здесь решил, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и все. То есть такое поверхностно. И вы знаете, эти проблемы решаются. Человек, очень часто мы видим, когда человек приходит, и Бог и исцеляет, и восполняет какие-то нужды, дает ответы, и человек вот, ну, ему он думает, ну, да, и мне этого хватит. То есть он не углубляется в Бога. Но приходит время, и как Библия говорит, оно обязательно придет. Время, когда солнышко всходит, когда ветры подуют. Это время испытаний в нашей жизни. И мы все верующие через это проходим. Аминь, братья и сестры. Мы все рано или поздно в нашу жизнь приходят трудности, испытания. И, вы знаете, испытания, они нужны для нас. Другое дело, что есть те, которые проходят, и есть те, которые не проходят. Вот чтобы пройти испытания, твои корни должны быть глубоко в Боге. Первый Псалом нам об этом говорит. Давайте откроем. Первый псалом. Все любимые у нас псалмы, но есть особенно любимые. Вот первый псалом это особенно любимый. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, то есть постоянно углубляется, и будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лис которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Здесь говорится о дереве, которое приносит плод, которое что? углубленное, укорененное в законе Бога, над Его законом, над Его словом он размышляет день и ночь. Не только в воскресенье на служение он послушал, как Бог его любит, и все поверхностно, временно. Нет, постоянно. Друзья мои, постоянно необходимо пребывать в Боге, размышлять над Его Словом. Дела Его, как Соломопея говорит, размышляю о твоих делах, взираю на дела твои, на все, что меня окружает. Человек вникает в Бога, он познает Бога глубоко и серьезно. Это не поверхностное христианство. Потому что если ты поверхностный, то ты только знаешь, может быть, хорошую часть о Нем, о том, что Он даст, но не знаешь о том, что будут испытания, о том, что тебе надо от чего-то избавляться в твоей жизни. И очень многие люди не хотят от этих камушков избавляться, которыми наполнена их жизнь. И эти камни, они не дают возможности углубиться в Бога. Все только поверхностно. А трудности, я говорю, они обязательно придут. Обязательно придут. И второе откровение, которое есть у меня по этому поводу, по этому именно отрывку, вы знаете, все трудности Бог помогает преодолевать. Нет ни одной трудности, которую бы мы не могли преодолеть. Библия говорит, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, которое вы могли бы перенести. Аминь. Это в 1 Коринфянам 10 глава написано. То есть Бог говорит, никогда в твоей жизни не придет нечто такое, что тебя загнет, и ты погибнешь. Я всегда дам облегчение, я всегда дам силы перенести. Только углубись в меня, только пускай корни твои проникнут к этой воде. Все я дам тебе, все необходимые силы, все есть. Но мы даже не хотим попытаться. Вот в чем проблема. И люди, которые не пытаются углубляться в Боге, они падают, засыхают, погибают. И потом можно обвинять и Бога, и ветер, и дьявола, и кого хочешь. Но проблема не в, не в дьяволе и ни в ком, проблема в нас самих. Все, которые в Боге не хотели укореняться, в Слове Его не хотели углубляться, отношения с Ним не хотели восстанавливать. Третья категория людей. Сердец, который воспринимает Слово. Иной упала в тернии, и вырос выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Посеянное же в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Здесь не говорится, что мало было почвы, что она была утрамбованная, почва была нормальная, семечко упало на хорошую почву, но вместе с хорошим семечком проявились еще и плохие семена. Знаете, что нашу жизнь она наполняется не только добрым. Вот сейчас вы слушаете проповедь, домой придете, включите телевизор, и сразу пошло сеяние. Поехали в гости, вот нам сейчас родственники, сейчас после служения к нам приезжают родственники поздравить нашего малыша. Родственники приезжают, тоже что-то свое будут сеять. На работу ты пошел, тоже в тебя что-то будет сеяться. На, в нас засевается. Наше, наше сердце, наша жизнь, разум — это как почва, в которую засевается. И действительно в нас может быть насеяно. И когда ты не пропалываешь, когда ты от этого не избавляешься, то эти семена могут вырасти. И, например, посеяло в тебя, что вот как заботы века сего, что обязательно. Какие заботы у этого века? Что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Это забота. Не просто ж, э, одеться, потому что можно просто ну, как бы одеваться, и Бог говорит, достаточно для тебя то, что у тебя есть, то и то. Но мы же хотим уже, тебе мир говорит, если ты рекламы, я на рекламу смотрю, хоть бери, записывай, короче. Потом сме... не надо вечер юмора смотреть. Так, такая идея. Ты не можешь это себе позволить, и а тебе говорят: возьми кредит, потому что ты достойный этого. То есть, вот эта одежда, такая вот. Вот ты ее не можешь, но ты достоин, или ты этого стоишь там. И все, и это в себя ж сеется, что я, значит, я. Я должен быть, или я должен пахнуть, то есть я должен такие духи купить, чтобы пахнуть, чтобы соответствовать тому, что я, что я стою, как бы мне говорят. И вот такое вот в голове у человека насеялось, и он себе думает, что ему и это надо, и это надо, и без этого он совершенно будет выглядеть не тем, ну, кем бы хотели его видеть и ожидают. Вот эти ожидания. И этот человек может об этом думать, как ему одеться, как ему пахнуть, что ему кушать. И вот все об этом он думает. И эти заботы, они его вот настолько поглощают, что это ворует его время, время отношениям с Богом, время служения Богу, время, когда ты можешь кому-то послужить. Все, ты, ты в этом поглощен. Когда ты целыми днями заботишься о том, э, как тебе хорошо выглядеть, как тебе хорошо это, это и другие вещи, они заглушают слово заглушают, оно не может дать тебе жизни. Обольщение богатством. Знаете, что такое обольщение? Это, это не прямой обман, это такой хитрый такой вот обольщение, это как бы э, то есть показать, что есть, вот как, как на когда-то играли, что человеку показывают, что ты можешь выиграть. Ты можешь. Если бы все подходили и видели, как там были. То есть там была, был тот, который крутил на перске. Ну, кто знает, да, из прошлой жизни. Э -э те, которые были э разводилы, которые рядом стояли. И вот те, которые реально разводилы, они говорят, ой, он выиграл. И он такой довольный, все, и человек смотрит, реально выиграл. Взял деньги и ушел. То есть, ну, слушай, так у меня, значит, так может быть? То есть такие вот разводилы, да? И вот обольщение в чем заключается? Что ты можешь увидеть, что действительно оно действует. Это вот такой вот хитрый обман. Хитрый обман обольщения богатством. В чем заключается обман? Что человек думает, что если у него много будет денег, и он будет состоятельный, что у него будет много, то он в состоянии будет управлять своей жизнью. Что он сможет и это себе позволить, и это позволить, и вот это, и пятое, и десятое. Какой-то мудрый человек сказал, это не мои слова, очень мудрый человек слова. Говорит, за деньги можно купить очень дорогую кровать, но спокойного сна ты за них не купишь. За деньги можно купить кучу проституток, любовь за деньги не купишь. За деньги можно построить 10 церквей, а спасение ты за деньги не купишь. Поэтому есть много вещей, которые мы думаем, что деньги могут нам позволить но на самом деле это обольщение, обольщение человек зарабатывая, пытаясь стать богаче, больше он получает обольщение, обман и слово Божье оно не может дать жизни, оно не может принести плод в его жизни, в жизни такого человека обольщение богатства. И написано еще и другие заботы. Какие другие заботы? Знаете, есть заботы, которые нейтральны. Здесь не написано плохие заботы. Потому что если если о заботах таких ну, как бы Господь сказал Матфею, ищите прежде Царство Божье и правду его. И это все, то есть все, о чем заботится человек, что ему кушать, во что одеться. И это все приложится вам. Но в первую очередь ищите же прежде Царство Божьего. И не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня заботы своей. То есть если у нас приоритеты стоят правильно, если в первую очередь мы заботимся о Нем, о Царстве Божьем, то все остальное Бог говорит «Я, я, я ж тут верный, котором Андрей говорил, Бог же верный, мы верим в верность Бога». Он говорит «Аминь». Он говорит «Ну я же сказал, что я о вас позабочусь». Даже вы сами как бы не пытались, вы не сможете так о себе позаботиться, как я могу о вас позаботиться вы о моем позаботьтесь, о Царстве Божьем. И вот те, которые будут заботиться, прежде всего искать Царство Божие и правду Его, в их жизни второстепенная приложится. Но у нас, к сожалению, все становится задом наперед. И вот эти другие заботы, другие пожелания. Есть хорошие вещи, как говорят, нейтральные. Рыбалка – это нейтральная вещь. Спорт это хорошая вещь. Не скажешь даже, что она, даже может быть, даже не нейтральная, она лучше, может быть, хорошая, даже больше хорошая вещь. Но даже хорошие положительные вещи, они могут стать заботами, на которые мы уделяем очень много внимания, друзья. Я не против рыбалки, я так уважаю Валерий Ивановича. Валерий Иванович, рыбалка – это клево. Но если целыми днями бы Валерий Иванович проводил на рыбалке – и я ему звоню, Валерий Иванович, надо на конференцию поехать, там, ну послужи провести. А он говорит, извини меня, у меня сегодня рыбалка. Вот это уже проблема. То есть, когда у нас рыбалка становится хорошее дело или спорт, вот я тоже читал недавно статью, что очень много сегодня ну, христиан на Западе, это в Америке, это не у нас, пока что не у нас, что у них они теряют многих детей из-за того, что у них все спортивные мероприятия, в воскресенье проходят. И родители, вместо того, чтобы детей вести в церковь, в воскресенье они ведут их, везут на, на, на э, спортивные мероприятия. И через это вроде бы хорошее дело, но если ты. Первую очередь ставишь это, а то на второе постепенно то уходит и вы как бы вытесняется. Что, как делает эм, сорняк? Он не сразу же убивает это слово, правда? Оно не сразу его убило. Написано, что он соки из него постепенно, постепенно вытягивает, и это живое слово остается без плода. Это предупреждение нам, друзья, заботы этого века обольщение богатством, другие разные второстепенные вещи, они могут заглушить вот это живое Божье Слово в нашей жизни. И четвертая категория, это категория о нас с вами, обо всех, слава Господу, что мы все такие здесь. «Посеянная же на доброй земле» означает «слышавших слово и разумеющего». Мне очень нравится это слово. Раз, «Разумеющий», то есть «при памяти» который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И хочу у Луки прочитать, у него тоже интересно э, это место объясняется. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Это категория, которая может прославить Бога. Это восприятие человека, который, услышал Слово, которое сегодня, например, вы услышите, Слово надо хранить. Потому что мир, в котором мы живем, он будет пытаться похитить это слово. Вот ты сейчас услышал это слово о том, что надо изменить свою жизнь. А, надо, наверное, действительно пересмотреть, сделать, короче, реформу. Надо сделать у себя дома генеральную уборку в жизни своей надо сделать уборку, от этого надо избавиться, от этого. И ты уже едешь домой, короче, думаешь о том, как тебе надо поменять свою жизнь. Молитву надо опять возобновить утреннюю. Там. Раз, и, короче, звучит какая-то музыка или реклама фильма. Ой, фильм этот не смотрел, короче, надо, надо сходить на это кино. И ты уже чик, переключился от этих мыслей, и ты уже думаешь, а где этот фильм будет проходить, когда же его можно посмотреть, и все. То есть не сохранил и ты знаешь, ты можешь доехать домой и забыть даже, о чем здесь было. У многих людей у них спрашиваешь, о чем была проповедь в воскресенье? Такой ответ. О Боге. Да, да, конечно же, о Боге. Но к чему оно тебя подтолкнуло? хранящий и разумеющий. Это тот, который сохраняет и разумеет, понимает, к чему это слово меня подтолкнуло, что мне надо изменить в своей жизни. Не, в смысле, да, хорошее было, нет. Оно не просто поверхностно хорош, как хорошо прозвучало. Как он вот эти вот подчеркнул, вот эти моменты. Нет, не просто это. Оно должно что-то в нас менять, и мы должны знать, вот это и вот это в моей жизни должно измениться. Я хочу преобразования в своей жизни». Это человек, который разумеет, то есть он над ним размышляет, он его хранит и он его исполняет. И тогда в жизни этих людей написано, оно принесет плоды. И тогда Бог говорит, будь исцелен, и ты исцелен. Почему? Оно находит отлик в твоем сердце. Ты в это веришь, ты это воспринимаешь. Он говорит, будь благословен, и оно живое, и ты благословен. Оно дает жизнь в тебе. Слово Божье оно дано, чтобы давать жизнь. Оно живое, это слово. Поэтому будь благословен, принимай его с открытым сердцем. Храни Божье откровения, размышляй над ними каждый день, углубляйся в слово. И тогда то, что будет о тебе сказано, а ведь все его обетования, так говорит Библия, они да, аминь. Все его слова в твою жизнь, это слова благословения. Бог хочет благословить твою жизнь. И Он хочет, чтобы это принесло плод в твоей жизни. Аминь. Будь благословен. Давайте встанем и помолимся. Господь наш и Бог наш. Спасибо Тебе за это Слово. Спасибо Тебе за то, что Твое Слово, оно живое. И я молюсь сейчас о том, чтобы оно принесло действие в жизни моих братьев и сестер. Чтобы посеянное Слово взросло. Чтобы оно не было заглушено никакими сорняками. Чтобы не было похищено птицами. Чтобы оно упало в доброе сердце и изменило ихнюю жизнь а также изменила жизнь их них братьев, сестер, друзей, родных, близких, которые находятся рядом с ними. Во имя Иисуса Христа. Аминь.